Даже повседневный образ должен быть интересным и выразительным. Это не только выделяет хозяйку из толпы, но и формирует ее репутацию. Как же это сделать без серьезных трат? Предлагаем воспользоваться нашей шпаргалкой и быстро освежить наряд при помощи остромодных вещей, которые мы собрали в этом материале. 1. Яркий джемпер. Один из наиболее эффективных способов оживить наряд, составленный из темных вещей, надеть яркий джемпер. Чтобы образ не получился олиповатым, предлагаем накинуть уплотненную рубашку, кардиган или блейзер в спокойной гамме. 2. Шарф. Принтованный шарф с яркими акцентами тоже может сделать лук выразительным. В этом сезоне предлагаем вам обзавестись аксессуаром с актуальным принтом, например, анималистическим, растительным или геометрическим. Комбинируйте его с однотонными блузами, рубашками, джемперами и майками. Он удачно впишется в любой комплект. 3. Серьги. Крупные акцентные серьги не хуже остальных аксессуаров вписываются в привычные ансамбли. Причем их можно комбинировать не только с нарядной одеждой, но и максимально простой. К примеру, деревянные серьги будут здорово смотреться с джинсами, пуловером, курткой из денима и дутым жилетом. Получится эксцентричный образ на каждый день. 4. Колье. Нестандартное дизайнерское украшение – это аксессуар, которое мгновенно приковывает взгляды прохожих и выделяет свою обладательницу. Такое изделие стоит носить с темными джемперами и свитерами с гладкой фактурой, которые своим кроем не будут отвлекать внимание от самого главного акцента в образе. 5. Солнцезащитные очки. Вне зависимости от того, имиджевые они или солнцезащитные, всегда оживляют образ. Но темные смотрятся гораздо дороже и статуснее, поэтому мы рекомендуем остановить свой выбор именно на них. Внедряйте их в классные ансамбли, созданные из широких светлых брюк и трикотажного малинового джемпера. Дорогие читатели, если вам понравился материал, поблагодарите нас лайком и комментарием. Это поможет нашему каналу расти и развиваться, чтобы мы и дальше готовили обзоры для вас.